Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я лишь делюсь с вами информацией. Сегодня я зашла в такой вот проект. Некоторые называют это социальная сеть, некоторые рекламная сеть. Ну а я назову социальная рекламная сеть. Это немецкая социальная рекламная сеть. Вот. Проект этот без вложений, и зарабатываем здесь на просмотре рекламы, как бы, ну, что-то наподобие букса. Значит, ну, так вот она выглядит. Сами, если кого заинтересует, можно все перевести и прочесть. Если кто захочет присоединиться, нажмете на мою ссылочку партнерскую, вы попадете на такую вот форму. Через Facebook регистрироваться ни в коей мере нельзя, потому что если вы будете улетите, вы попадете не под меня, улетите под какого-нибудь немца, ну, естественно, помочь вам никто ничем не сможет, правильно? Значит, при регистрации что мы делаем? Вписываем сюда имя, фамилию, email адрес, пароль, повтор пароля. Далее нажимаем вот на эту вкладочку «Мужчина», «Женщина». Далее выбираем страну. Нажимаем на синюю вкладочку. Нажали. Вам откроется такая... Так. У меня не получилось. Секундочку. Далее вам после, как нажмете на синюю вкладочку, вот вы, такое окошко выйдет, вот мои данные, нажимайте на зеленую вкладочку. Вам придет на письмо на почту такой вот формы, нажимаете на ссылочку и попадаете к себе уже в такой вот кабинет. Что нужно сделать далее? Это... Значит, уже можно перевести на русский язык. Регистрируемся только на оригинале. Нажимаем «Мой профиль». Нужно загрузить фотографию, естественно. Нажимаете сюда и загружаете фото. И личные данные, как бы. Здесь уже по умолчанию будет все стоять. Вот, и обязательно, что, ну, здесь дата, год рождения. Вот, и что еще? Вот здесь банковские, как бы, платежная система, банковский счет, как бы, на карту, и платежная система PayPal. Ну, еще у вас здесь будет окошечко. Нужно ввести свой номер телефона и подтвердить, что вы реальный человек, правильно? Потому что денежки здесь реальные, платят в евро. Минимальный вывод здесь от 50 евро. Я, скорее всего, буду выводить на банковскую карту, так как, ну, PayPal я не очень, как бы, с этой платежной системой и пользовалась, скажем так. Так, секундочку. Вот, и обязательно нужно подтвердить, как я уже сказала, номер телефона. Далее, что у нас здесь? Партнерская ссылочка наша. Вот здесь нажимаете, и у вас чуть ниже будет ваша партнерская ссылочка. Здесь можно поделиться в соцсетях. И как здесь мы будем зарабатывать? Нажимаем вот сюда на главную страницу. Попадаем на страничку, значит, опускаемся чуть ниже на видеопросмотрах. Я поэтому сниму потом еще, конечно, будут видеообзоры по этому проекту. Вот, потому что я еще только минут 30-40 назад как зарегистрировалась и вот решила поделиться с вами. Значит, далее что?
пока будем на объявлениях. Я вам покажу. А здесь задание. Вот одно задание, как бы выдвигается 2-3 евро цена. Вот здесь цена от 0-1 евро. Ну, я, скорее всего, я в задания не полезу. Я вообще их не люблю, эти задания. Значит, как здесь зарабатывать? Я вот здесь уже одно объявление кликнула, и вот у меня 0,30 джои вот этих монет капнула. Значит, в обязательном порядке. Слушайте внимательно. Так, видео, объявление. Значит, нажимаем на объявление. И как бы смотрим, ждем минут 30-40. Значит, никуда со странички мы не уходим, не переходим. Вам после того, как пройдет определенное время, выйдет такое окошечко. Вот, где, ну, вот, видите? И в течение 10 секунд нужно нажать вот на эту вкладочку. Нажимаю. Все, мне монетка капнула. Далее у вас здесь, вот видите, у меня написано, ваше членство стандартное. У вас здесь этого не будет. У вас здесь будет такая тоже как бы вкладочка. Нажимаете на нее, и там у вас как бы будет три вкладки. Выбираете последнюю, стандартная, бесплатная, как бы без вложений. Нажимаете там ниже на как бы на вкладочку, и вам выскочит опять окошко, вам будут предлагать премиум, а ниже стандартная. Нажимаете опять стандартная. Мы работаем без вложений. Вот у меня сейчас монеток 0,30. Сейчас я перезагружу страничку. И видите, у меня уже 60 монеток. И вот таким вот образом пока мы будем зарабатывать. Я уже видео и так затянула. Продолжение, естественно, следует, потому что как здесь нужно сделать будет еще, ребят, верификацию. Поэтому я тоже буду делать отдельное видео. Все как бы по кусочкам будем изучать и буду как бы делать видеообзоры. Кому интересно, присоединяемся. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.